Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы начинаем новую рубрику под названием «Игры про Марио». Игры про Марио сделаны, короче, своими, так сказать, руками на редакторе, на который я делал обзор, вот, совсем недавно. Если хотите тоже создать свою игру про Марио, 8-битную, смотрите этот обзор. Возможно, вы тоже сможете. Там, в принципе, делается это все несложно. Я там показал все возможности. Правда, я забыл показать, как делать лабиринты. Там надо, короче, зелененького такого Марио ставить. Со стрелкой. Его там надо применять. Зелененького такого Марио. Ну, короче, разберетесь. И, короче, сегодняшняя игра, это игра от подписчика. Вот как только я сделал... Герф. Вот как только я сделал обзор на тот редактор, один человек уже сразу сделал свою игру. Это альфа-версия, правда. И попросил, чтобы я снял. Ну что ж. Неплохо. На этом редакторе я создал свой этот Super Mario Bros. Java Edition, который прям вообще колоссальный по размерам. По контенту, я бы сказал. Ну и короче, давайте начнем играть. Только сначала сделаем звук потише. Ну-ка. Пойдет. Ну и давайте за Марио будем играть. Чуть-чуть тише, наверное, даже сделаем. Короче, у нас тут меню такое нам предлагают. Lost Original Levels и Adventure Levels. Давайте Adventure Levels. И мы видим совершенно другой уровень. И, кстати говоря, забыл вам показать совсем. Ну-ка, паузу. Я тут накачал немного других игр, сделанных на том же редакторе. Наверное, мы их с вами тоже посмотрим. Adventure, правда, неправильно написано. History, Lost Land какой-то Марио. My Mario Game. Это моя тестовая игра, которую я сделал во время обзора того редактора. Ну еще какой-то PA Jackers 875, непонятно. Ладно, поехали, будем играть в эту сегодня игру. Да уберите этот курсор, ё-моё. Уровень пока выглядит очень даже неплохо. Мне нравится вполне. Пока из того, что я вижу. Тут то ли 3, то ли 4 мира только готовы. Пока в этом адвенчурном режиме. Так. А в трубу нельзя залезть? О, можно. А. Неработающая труба это. В общем, у меня такая в игре тоже есть. В одном из секретных миров. В Super Mario Bros. Я Edition я имею в виду. Так, вот мы снова видим другой уровень. Текстурки из Lost Levels, кстати. Так, ну, то, что я вижу, мне, в принципе, пока нравится. Неплохо. Я, правда, игру глянул уже, но я не запоминал особо, что тут на уровне. А, я вспомнил, вот тут лабиринт. Если тут неправильно пойти... То, короче, застрянешь и не выберешься. Так, давайте вниз попробуем. О, правильно. Вот этот чувак не знал, как делать лабиринты, потому что я забыл их показать в обзоре. Как их делать. Совсем забыл их показать. И поэтому он не знал, как делать. Поэтому вот здесь он вот так вот их сделал. Если выберешь неправильный путь, то, короче, застрянешь и не выберешься. Так, блин, я, по-моему, неправильный путь сейчас выбрал, да.
И вот я не могу здесь умереть, ждать, пока кончится время, я не намерен, поэтому... Но у нас есть кнопка «Суицид» в меню. Впрочем, поскольку мы добрались до чекпоинта, нам очень повезло. Мы можем до чекпоинта сразу вернуться. Так, давайте вниз. Так. Так, окей. В будущих версиях, я думаю, он сделает уже нормальные, проработанные лабиринты. Такие лабиринты, потому что вот эти лабиринты, это кастрированные лабиринты. Если можно так назвать их. Так, третий уровень у нас. Чекпоинт. Окей. А туда нельзя войти? А сюда? Сюда тоже нельзя. Угу. Вот это вот место тоже, кстати, не проделано, потому что если туда упадешь, то насовсем оттуда не выпрыгнуть никак. Так что тут стоило пропасть сделать, я думаю. Там стоило пропасть сделать. Так, дальше вот такой вот очень необычный замок, я бы такой сказал, из камней разноцветных. Так, огненный шар, блин! Фиговенько получилось, у меня одна жизнь осталась. А мне добыть жизни мне негде. Ну-ка, опа, хорош. Блин, а я же выйти отсюда не могу. А, нет, могу. Так, хорошо, вот здесь надо перепрыгнуть через него. Вот эта платформа мешает немного. Перепрыгнуть через него. Есть, получилось, получилось. Хорошо. Нам надо еще 7 монеток. Нет, 6. 6 монеток, чтобы их жизнь получить дополнительно. Грибов жизни я не находил пока. Так, подземка еще одна. Отличную жизнь мы получили. Да. Мы начинаем сразу же мир в подземелье. Так, а это что, лабиринт еще один? А, нет. Ага, вот выход. О, ладно, окей, хорошо. Второй у нас мир тут идет. Так. О, а вот это очень напоминает первый уровень из Lost Levels. Вот это вот место, там, так, там такая же штука была. Правда, вот здесь был тоже блок один. Ну и тут был не вопросительный блок, а кирпич. А, вот это место тоже было оттуда же, только там вот этот, блин, гриб в другом блоке находился немного. Вот это место тоже из первого уровня оригинального Super Mario напоминает. Ну-ка, тут можно выбить этот гриб?
Я надеюсь, что можно. А эти уже проверял я. Блин, как я ненавижу этих летающих черепах. Так, я надеюсь, игрушку нам удастся пройти. Количество жизней у нас довольно-таки мало. Одна монета, нам надо еще 49 собрать. Две жизни у нас. Ой, блин, рыбки, как я ненавижу этих рыб. С этими рыбами прям беда полная. А, блин, одна жизнь осталась. Если я сейчас проиграю, то это все пипец. Варпов тут, по-моему, нету. Блин, вот как ужасно будет проиграть. Заново все это неохота вообще проходить. Так, чекпоинт. Только чекпоинт нам никакой пользы не даст. Так как у нас одна жизнь всего. Впрочем, тут и много монеток, так что надеюсь, мы что-то соберем. А, да блин, осторожно. Эй, да блин, все, пипец. Так, короче, пришлось все это заново проходить. У меня сейчас 3 жизни. Посмотрел я сейчас меню. И я там собрал еще 2 жизни, но я их потерял, пока проходил. Да блин. И надеюсь, сейчас удастся все-таки пройти этот уровень. Один гриб жизни удалось найти в первом мире где-то. Побольше грибов жизни стоит все же расставить, я считаю. Хотя, может, они так запрятаны, что я их не нашел. Так, прошли уровень, отлично. Так, дальше у нас тут замок. А, опять лабиринт. Так, давайте наверх попробуем пойти. О, повезло. Теперь давайте сюда пойдем. О, опять угадал, отлично. Ай, досада, да как. Так, вот тут очень плохо, очень ждем. Блин. Это как бы прыгнуть, как бы момент найти. Ой, не прыгнуть, а это. О, господи, фиг знает, куда он именно больнёт. Давай, есть! О! Отлично, прошли второй мир. Повезло, повезло, повезло. Отлично. Так, третий мир. Окей. Да, лабиринты кастрированные. Надеюсь, в следующих версиях... Блин, они будут нормальные. С телепортами уже. Ой, блин, о, вот это повезло мне сейчас. Дважды. Ой. Ни в одну трубу нельзя зайти. А хотя, впрочем-то, и зачем, если это конец уровня? Хорошо, хорошо, прошли. Идем дальше. Какие у нас там следующие уровни?
Ага, так, подземный уровень, но в коричневых блоках. Из обычного уровня, наземного. Так, а это тоже лабиринт, что ли? Вот это, блин, ну это пипец. Так, ладно, ладно, давайте в середину попробуем. Пойти. О, угадал, угадал. А теперь попробуем наверх пойти. Ай, блин, не угадал. Ладно, вниз, вниз, понятно. Середина, потом вниз, потом, наверное, вверх. Так, середина, потом низ, потом, наверное, вверх. Полезли наверх. Да, блин, нормально, можно запрыгнуть, а? Наверх, 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 наверх. О, хорошо, отлично. Прекрасно, прекрасно. Великолепно. Цветочек у нас тут, отлично, так. А вот и выход. Окей. Три-три. Подводный уровень у нас тут пошел. Ну-ка, ну-ка, давай, опускайся, сейчас подстрелим. Все? Это выход уже, что ли? Коротенький какой-то подводный уровень получился. Ну да ладно. Так, и замок номер 3 сейчас будет. Уже 300 тысяч очков набрано. Больше 300 тысяч. Так, надеюсь, тут еще одного не будет кастрированного лабиринта. Вот этот уровень напоминает в чем-то средний уровень из оригинала. Но видно, что все-таки это не скопированный уровень с оригинала. О, я нашел подземку. Монетки, это хорошо. Монетки в этой игре лишними не бывают. Здесь есть что? Здесь ничего нету. Лабиринта кастрированного нет, это радует. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Прошли третий мир, отлично. И, по-моему, это последний, по-моему, насколько он говорил. Нет, оказывается, еще один мир есть. Окей, погнали дальше. Подвал, бейсмент. Только по... Блин. Подвал, мне кажется, был бы такой темный. Но, окей, пофигу. И то, что я вижу, это очень напоминает уровень, первый замковый уровень из оригинального Super Mario. Но тут видно, что потолок ниже. О, жизнь, прикольно. И это уже выход. Что у нас дальше? Поехали. Второй уровень. Так, пока то, что я вижу, очень напоминает первый уровень из... Да, точно. Очень напоминает первый уровень из Super Mario Bros. Special, который есть в моей
сборки, как Денис Мейзер сказал, сборки. Супер Марио, этот, спешл у меня там уровни все есть. Но вот здесь уже уровень меняется. Это, то есть это не копия первого уровня из Super Mario Bros. Special. Это просто, там просто начало похожее, а вот следующее это уже другое совершенно. Что-то там Леха мне прислал. Так, третий уровень. Так, а вот это напоминает второй уровень из Lost Levels. Да. Но отличие есть все же. Тут, да, видно. Видно, что здесь один блок, а там было, по-моему, два или даже больше. Не помню. Что-то подзабыл я. Так, ну вот, кстати, мы можем туда, в принципе, пойти наверх, но, наверное, я на всякий случай не буду этого делать, а то вдруг я там застряну, не могу вылезти, не смогу вылезти. Так, да, здесь уже дальше другой уровень идет. То есть это, да, тоже не копия второго уровня из Lost Levels. Да, 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 правильно я сделал, что не пошел наверх, я бы оттуда бы не выбрался. У меня в Super Mario Bros. Yava Edition тоже такие места есть. И в тех местах я дырочки проделал в конце, чтобы была возможность выйти. Спуститься вниз обратно. Так, замок. Довольно-таки быстро проходим этот мир. Ой, блин, как вот не повезло, а. Так, вот эта вот конструкция из блоков тоже напоминает первый уровень из оригинального Super Mario Bros. Замковый. О, кстати, вот это вот что, под платформу надо, на платформу на эту запрыгнуть и там проехать, потому что не упав. Это хорошая идея, можно было бы такое реализовать тоже в уровнях, почему я не додумался. Так, ну сейчас мы в любом случае пройдем, даже не потеряем гриб. Даже если бы так просто могли бы потерять, врезавшись в него, но все равно бы прошли. Вот так вот. А, все, все, миры закончились. Ну, а Lost Original Levels, это я уже открывал, смотрел. Короче говоря, это все обычные эти 8 миров, оригинальная первая часть, но с текстурами из Lost Levels. Текстуры из Lost Levels и, в принципе, довольно интересно. Кстати, я сам делаю модификацию для Super Mario Bros. Yava Edition Deluxe, где все текстуры, там где был оригинал, там теперь Lost Levels, где был Lost Levels, стал оригинал. И уже совсем скоро я покажу этот мод. Текстур свапинг мод, назовем его. Ну, в общем, вот так. Абсолютно особо-то нету смысла показывать много. Я посмотрел, там все уровни, просто они теперь в графике из Lost Levels. Так, давайте выйдем отсюда. Так, ну, в общем, такая вот игрушка была. Я поставлю плюсик. Мне понравилось. Собственно говоря, я, как я уже говорил, я делал обзор на этот редактор. Если вы захотите тоже создать что-то подобное, присылайте, поиграю. Обязательно. Ну и еще у меня есть несколько игрушек, тоже сделанных на этом редакторе. Так что, я думаю, эта рубрика может развиться. На сегодня все. С вас Игорь подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, спасибо ВКонтакте и всем пока.